of another 187, punk. Raise up, little bitch. Мичел, привет. Привет. Как дела? Повысили. Апнули. Фу, блядь, на админку поставили. Ну да, вот как видишь. Так. Я не вижу никак, у меня допрос идет. Thank you.
Он опрашивается. Ну, тип один вот сидит. И в рекон, если вы уже посмотрите. В рекон посмотрите. Свой ID 494. ID скажи свой, пожалуйста. 494 либо 744. 494. А я могу вообще КБ располнить точно. Один. А, у него вон что, у него дом слетит сейчас. Человек. Его до первого банкомата надо, блядь. Что с ним случилось с этим человеком, которого ты поймал? Он наркотики мне продал. Ну как я ему продал наркотики, блядь. Блядь, вот он хочет, чтоб я до банка, блядь, короче. А, бля. А, ты тут сидишь, блядь, я тебя ищу. Я тут зашел. Ты хоть бы сказал, что ты зашел. Я думал, я что ты, блядь. Так ты бы я написал, что ты в Джесси. Так я тупой. А сколько ты репа уже набил? Ну я вчера с Сережей разговаривал, он говорит, не важно, сколько репы. Важно, сколько вообще репортов ты принял. А, репа у меня 280, а репортов за день, а, ну, почти 400. Не, репутация у тебя сколько? А, на репутацию вообще похрен. Она никак не влияет. Вообще-то, сколько у тебя репутации было? 281. Нихера, у меня только 106. Батя, как вы уже по 3 сотки набили? Я не знаю. Жалко, что тогда уж ушел, конечно. Это что такое? Верните меня обратно в АЗ. По 3 сотки я ночью играл. Вот. Так, сейчас пойдем. Сейчас на слет мы сходим. Посмотрим, что там. Скажите, пусть отедит. Помочь автору. Давайте флипнем. Я чё? I'll break your neck, punk. Ну ладно, не надо так, не надо. Иди сюда. Сюда. Всех. Так, help, please. Помочь автору. Так. Блять, у меня на свете скрипт обновляется. Охуенно, как вовремя. Какое нахуй обновление станет? У меня ебаный скрипт обновился. Hey!
Тысячи, блядь. Я чуть-то в реальной жизни покончил с собой, если только парень. Соболезную. Или что? Помочь автору? А вот там, в банях кикаешь. Я еще и расформ ФБР делал. А расформ сделали ФБР? Нет. То, видимо, еще не сделали. Но я не знаю, я вот сижу здесь и все. Меня демолкнули, кстати, с ФБР. Ага. Как 50к. Будь автором. Бляха, муха, скрипт обновился. Здорово. Здорово, пацаны. Здорово. Вот такая. У меня во время света он начал обновляться, понимаешь? Это вообще люто. Что, все пиздец? Я тэпнулся. ФБР. А? Я тэпнулся к дому, у меня. Ну, у вас, походу, не будут одна. А чего вас будут даже нет? Если лидер захочет, только тогда вас будут расстрелять. Нас демоутнули. Всех? Ну всех, да. Чего ты взял? Потому что, ну как бы, меня нету, этого Винтера нету. Что? Только что Романов говорил, что он это, его не демоутнули. Меня демоутнули. Не знаю, я только что прошел на обзвон на семерку в ЛСПД. Ой, в ЛВПД. Потом, ну типа, там пересижу, и потом уже посмотрим, кто будет лидером ФБР. В организации ФБР только два человека. Это я и Эл Сантос. Всех подымал. Эл Сантос? Эл Сантос это этот, девятка ВМСовская. Я при нем был. При портере. Я не дымал, или в чем прикол? Не знаю. Я сейчас работаю. Ну ты можешь посмотреть в L-меню, типа, посмотреть я там в L-меню. Я посмотрел, Эл Сантос только есть, я. В смысле, у меня онлайн слетел? У меня в ХК онлайн слетел. У меня ХК обновился, у меня онлайн весь слетел. Понимаю. А не, или да, слетел. И... Так, ну короче, я восьмерка ЛПД, потом кто там. Кстати, этот мистик сказал, что он подает на ФБР. То он говорил, что не хочет, а я вчера он сказал, что подает. Я там лежал сумку с деньгами, чтобы я подорвал. И мне сейчас помочь. Ага. Вот так вот. Сука, вчера только поставили, блядь, на пятерку. А тут уже ливнули. Обидно. Так, помогите, пожалуйста, мне, видимо, слапнули я в текстурах больки. Так, помочь автору. Помоги, автор, помоги. Он просит твоей помощи. Вообще. Ну чё, рэп-репортов, Акимов, как дела? Ну, хотя уже надоело немного, на самом деле. Мне бы сегодня, вот если я сегодня 1000 там бью... Да я хоть бы пятихатку за сегодня найду.
Вот у меня репортов за день 403. Не, репутация хотел бы. Чувак, репутация, она не решает ничего. По ней повышают, не по, ты никак не сможешь посмотреть. Не по ней повышают. По ней, всегда по ней повышали. Я разговаривал с Сережей, он сказал то, что... Сережа знает. Боже, тут тебе уже 10 человек это сказали про норму репорта. За нормы репорта повышают. Если ты за неделю набьешь больше 10к, то тебя на третий левел могут апнуть, блядь. На третий понятно, потому что это же неделя. С обгона точно. Самое главное, что ты отвечаешь на репорты, а не сколько у тебя их. Так, давайте. Ну так отвечаешь ты на репорты, и тебе репа дается за это, блядь. Вот тебе и ты там считаешь, сколько ты на репорты ответил. Самое главное, это актив. Вот так вот. Ладно, ладно. Умоляю, помогите, молю, я потратил 60к. Красавчик. Бляха-муха. А, всё. Увольте. Ах ты ж, спичок. Дайте репорт поймать здесь. А, считается за тимкил, когда человек руками бьет, да? По идее. Да. Тимкил это не забывает, когда убьет, типа. Убийство своего, а не то, что... А, убийство не убил. Понимаю. А что ты... А, ты как?
хил. На самом деле, репорт ловить. Вот. Пиздец, тяжело. Александр Акимов, реп 109. У меня, походу, самый высокий из хелперов, который... Ну, Макриста там, под Макриста 340. Надо сделать куда-то. Вот бы сейчас Дони может стрим запустил. Макиста сколько? Макист 343, да? Да. Красавчик. Я застрял. Помочь автору. Thank you.